Я очень долго в разных интернет-магазинах искала одну вещь, и наконец-то я нашла, и скоро вам покажу. Знаете, что я заказала для своего краша? И закупилась я не по-детски. И теперь я вам показываю то, что я давно искала и хотела. Вы просто скажете «Вау!». Всем привет, меня зовут Маша. И как вы знаете, мама расхламляет мою комнату, а я... закупаю новенькое. Ко мне пришла вот такая вот огроменная посылочка, и сейчас вместе с вами мы ее распакуем. А в этой посылочке вот такие вот 4 коробочки. Посмотрите, как мне классно упаковали заказ. И, кстати, заказ я сделала в интернет-магазине ZUS, где есть очень много интересных и необычных товаров и подарков. Смотрите, сколько тут всего классного. Тут есть и аксессуары к телефонам, чехлы на AirPods и просто чехлы на телефон, термосы, чашки, шапки, кепки. Смотрите, тут есть очень-очень много крутых и модных кепок. Тут есть товары для девочек. Посмотрите, сколько тут милоты. Есть Tangle Teaser, разные бальзамчики, блокнотики, стикеры, брелочки. Кстати, в этом интернет-магазине ZUS можно заказать каждый товар отдельно или сформировать из них вот такой вот подарочный бокс, или заказать вот такой вот тематический бокс. Посмотрите, какие тут крутые наборы боксов. Тут есть Among Us бокс, кофе бокс. В общем, выбор огроменный, очень классный и огромный. Кстати, по промокоду «Наша Маша» на любой абсолютно товар будет скидка 10%. Так что вы можете заказать крутые подарки и получить крутую скидку. Все ссылочки и промокод я оставлю в описании. Наконец-то открываем, и я вам покажу, что же я заказала. Я очень долго в разных интернет-магазинах искала одну вещь, и наконец-то именно в этом интернет-магазине я нашла, и скоро вам покажу эту вещь. И тут как раз есть эта вещь, которую я везде искала. Я вообще в шоке, как интернет-магазин упаковал мой интернет-заказ. Так, давайте достаем теперь кое-что. Итак, что же ты хотела? Что же ты хотела? Давай. А я сначала другое покажу. Итак, для начала я покажу вот такую вот чашку Ютуба. Я ее очень хотела. Она еще идет, кстати, с ложечкой и с вот такой вот закрывашкой. Она очень классная. И, кстати, вот эти чашки очень редко где можно найти. Причем это не просто чашка, на которой печать на чашках, которую можно сделать где угодно, а это реально чашка, которая выдержит и посудомоечную машину, в которой можно с утра до вечера пить чай классного качества, ну и вообще, я не знаю, прослужит очень долго. Это хочешь стать ютуб-блогером? Покупай себе такую чашку и станешь блогером, по крайней мере, по утрам. Следующее, что я вижу, это вот такая вот коробочка с бриллиантиком. Вы смотрите, это вот такое вот зарядное устройство для айфона. А еще посмотрите, тут такие вот камушки. Вообще лакшери зарядочка для обладателей айфона. Я такую в первый раз увидела в этом магазине и решила, что мне это 100% нужно. Еще я заказала вот такую вот коробочку. И, кстати, если вы хотите сделать кому-то приятно, это лучше всех слов. Вам сообщение. Открываем. Тут вот такие вот конфетки, лайки и надпись «У тебя все получится». Это очень мило и очень классно, и оригинально. И это можно сделать такой подарочек подружке, маме или тому, кому вы хотите сделать приятно. Так как у нас скоро Пасха, я решила заказать вот такой вот набор шоколадных яиц. И они реально как настоящие, вот такие вот крашеные, желтенькие, розовенькие, что там еще, какой-то цвет. И еще оранжевый. Смотрите видео до конца и не пролистывайте, потому что тут еще будет очень много интересных штучек, от которых вы просто скажете «Вау!». И теперь я вам показываю то, что я давно искала и хотела, и что нашла в интернет-магазине ZUS. Давай показывай. Это вот такая вот кепочка New Era. Одевай и пойдем к зеркалу. Класс, тебе очень идет. Нужно по размеру затянуть только, и будет идеально. Мне нравится. Класс, тебе очень идет. Да, спасибо. Наконец-то ты нашла то, что искала. Да, и продолжаем распаковку. Так, я в нее влюбилась. Снимаем сейчас бирочки, и я сижу до конца
видео в этой кепочке. Ой, посмотрите, это мой любимый упаковочный материальчик в боксике. Упаковка реально 10 из 10. Что, как вам мои покупочки? Круто, мне очень нравится. И сейчас я буду открывать следующий боксик. Открываем. И показывай свой заказ, который в этом боксике. И посмотрите, тут еще одна кепочка, вот такая вот розовенькая с пандочкой. Я, кстати, очень люблю пандочек. Посмотрите, она с сеточкой, такая более облегченная на лето. Да, лето. Я заказала себе еще вот такой вот блеск для губ. Кстати, он вот такой вот желтенький, зелененький. Кстати, этот блеск смягчает и увлажняет губы. И это будет пополнение в мою коллекцию блесков. И, кстати, я еще заказала себе вот такой вот огромный крутой слайм. И, кстати, кто хочет видео, смешиваю косметику со слаймами. Давайте наберем 5000 лайков. Вот такой вот классный слаймик. Он вот такой вот прозрачненький. И внизу вот такие вот шармики. Время идет, и слаймы я все еще люблю. Они такие антистрессные. Он такой крутой, такой большой. А еще он, кстати, не только с шармиками, он еще с вот такими вот блесточками. Кстати, знаете, что я заказала для своего краша? Сейчас покажу. Вот такой вот наборчик Love Is. Наборчик с мини-шоколадками, и там есть еще записочки «Любовь – это». Очень классный и оригинальный подарочек. Так, у меня есть еще две коробки, и закупилась я не по-детски. Чтобы не скучать в веселой компании, я заказала вот такую вот игру «Правда или дело». Нужно тянуть по стику, если выбрал действие, то читаешь действие и выполняешь его. Если выбрал правду, то ты должен перевернуть стик, и там будет розовая надпись, и это тебе нужно ответить на вопрос. И эта игра помогает сделать все встречи с друзьями очень веселыми и крутыми. Такие вот стики, с одной стороны дело, а с другой правда. В какой стране ты бы хотела побывать больше всего? Я бы хотела побывать, наверное, в Америке. А действие? Что за действие? Скажи игроку напротив все, что ты о нем думаешь. Мама, я тебя люблю! Повезло тебе с карточкой. Но тут очень много разных карточек, и некоторые из них очень коварные. Тут 100 заданий. Класс, жду не дождусь, когда поиграю с друзьями. И еще я заказала вот такую вот штучку. И знаете, что это за штука? Это пауэрбанк. Золотая собачка, которая вот так вот сидит миленько. Она мне очень понравилась, и поэтому я решила заказать. И, кстати, пауэрбанка много не бывает, потому что телефон всегда разряжается, и поэтому пауэрбанка много не бывает. Особенно таких миленьких, няшненьких. А еще вы знаете, что я очень люблю сладенькое, поэтому я себе заказала вот такое вот целое ведро сладостей. Это, кстати, пасхальная серия от KitKat. И тут есть вот такие вот 5 маленьких KitKat'ов, один большой и один длинный. Я такое ведро в первый раз увидела в интернет-магазине ZOOS, и я не устояла и заказала его. Жду Пасху и буду дегустировать. Уже жду. А еще тут вот такая вот коробочка. Интересно, что внутри. И тут вот такая вот чашечка беленькая с фламинго. И написано Elegance. Элегантная. И, кстати, у нас осталась уже одна коробочка. И я уже даже предполагаю, что там может быть. И, кстати, посмотрите это видео до конца. И напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось. Итак. Ого, сколько тут всего. Для начала я хочу достать вот такую вот коробочку. Это Creativity Challenge. И в интернет-магазине ZOOS я увидела очень много таких вот разных баночек. И они, кстати, сейчас очень популярны. И тренд 2021 года. И там есть много заданий или записочек, или пожеланий для подруги, папы, мамы, брата или сестры. А я себе решила заказать вот такой вот Creativity Challenge. Для развития креатива. 100 заданий для развития твоей креативности. Чтобы пройти этот челлендж, нужно использовать все задания. А вам интересно, какие тут задания? Сейчас откроем одно и посмотрим. Мне, если честно, самой интересно, какие тут задания для развития креативности. Итак, нарисуй несуществующее животное для мультфильма. Придумай и опиши его характер. Кстати, я когда-то уже в школе выполняла такое задание. И что ты нарисовала? Летучую мышку, которая боится коронавируса.
Очень. Я писала ее характер и все написала, да, очень круто было. Молодец. Дай пять. Ты у меня очень креативная. Кстати, в этой коробочке еще одна вещь, о которой я очень-очень-очень давно мечтала. Это вот такой вот зайчик, увлажнитель воздуха. Давайте его откроем. Вау! Что-то, что-то. Так, тут еще ушки отдельно идут. И зарядочка. Запускаю? Давай. Давно мечтала о таком увлажнителе. Кстати, он так тихо работает, это круто. А еще, кроме увлажнителя, я заказала вот такие вот джемики с малинкой, апельсинкой и ежевикой. Я сейчас хотела бы попробовать ежевику, но, наверное, после видео попробую ее. И еще я себе вот такой вот беспроводной пауэрбанк заказала. Ну, просто прикладываешь телефон, и никакие шнуры не нужны. Круто! И еще вот такие вот чипсы из апельсинок. Я обожаю яблочные чипсы, которые у нас везде продаются. И решила сейчас попробовать апельсиновые, потому что нигде еще не видела такие. И вот такие вот классные товары я заказала в интернет-магазине ZUS. И поэтому мама меня своим расхламлением не напугает. А для вас не забывайте, скидка 10% по промокоду «Наша Маша» на все-все-все товары в интернет-магазине ZUS. Ссылочки я оставлю в описании. Так что беру сейчас чипсики и бегу смотреть какой-то прикольный сериал. И всем, кому понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал «Наша Маша». И всем пока-пока!